шея очень часто вытянута вперед. У нас очень часто бывают боли головные, боли в шее. Мы постоянно испытываем какой-то дискомфорт в этой области. И специально для вас я придумала упражнения для шеи, которые займут всего лишь 5-6 минут, но которые очень эффективны. Их можно делать как стоя, так и сидя. Я для вашего удобства решила их сделать сидя, потому что вы их можете делать как в офисе, так и дома. Итак, садимся на край стула, ноги вместе, коленки прижимаем друг к другу, руки поднимаем наверх, давим ладошки друг на друга и начинаем делать повороты головы. Вправо и влево, вправо и влево, и еще раз вправо, влево, вправо, влево, еще раз вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Правой держим, поворачиваем как можно больше шею, стоим, лопатки вниз, руки сильно давят друг на друга, и в другую сторону держим, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и еще раз, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и в другую 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили руки. Руки теперь поставим на ключицы. Давим ключицы вниз, сидим прямо. Поясницу не прогибаем. Начинаем делать покачивание головы вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Еще раз. 5, 6, 7, 8. Наклонили, держим. При этом ключицы давим вниз. Стоим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В другую сторону. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Руки теперь на плечи. Плечи сильно потянули вниз, а шею затылком, голову вытягиваем затылком наверх. Сидим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повернули голову направо и делаем полукруг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Встряхнули руки, опустили руки, вытягиваемся наверх, руки в замок поставили, держим замок и вытягиваем голову вниз, растягиваем шею, тянемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И подняли чуть-чуть подбородок, вот так, не закидываем подбородок, чуть-чуть растянули шею. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И опять вниз натянули. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2, 1, и наверх 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Встряхнули руки. И последнее упражнение, которое мы сделаем, наклонили голову, взялись за голову левой рукой, наклонили влево, противоположную руку оттянули от себя и делаем 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, держим, ладошку сильно на себя, поменяли. И делаем 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Натянули ладошку сильно на себя. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Вот такие небольшие, простые, легкие упражнения вы можете делать каждый день. Они простые в исполнении, но они очень эффективны. Ваша шея начнет больше растягиваться, тянуться, она будет более пластичной, сильной. Делайте эти упражнения каждый день, и вы почувствуете, как ваша шея стала более гибкой и сильной. А еще раз хочу пригласить на мой тренинг, который будет называться «Курс молодости. Твоя идеальная шея».